Сегодня 2 сентября 2012 года. Вот. Ну, вот этих гальянчиков только что поймал, чурагайку. Вот она. Сачок новый себе сделал, так как у меня та большая сломала. Старый сачок. Сейчас посмотрим, какая попалась. Определим размер. Хорошенькая. Пол КГ точно есть. Вот. Даже, наверное, поболее. Сейчас паузу нажмем, чтоб поменьше сходов было. Я себе сделал такую вот херню. Ну, крючки обычные добавил. Вот. Вместо пескаря сейчас гальян. Отжиголовка и два крючка обычных. Идется вот так вот. На защелку. Вот. Зубы у нее еще хорошие. Так что еще буду жрать очень долго. Сейчас будем пробовать еще ловить. Вот по сравнению с веслом, вот такая вот. Это моя уже 20-я щука. За 6-й сплав. По речке Шиш.